Вверху представила лента времени, и пользователь может выбрать свой алгоритм, который расскажет о продвижении немецко-фашистских захватчиков по территории Беларуси. Интерактивная карта обороны Могилёва – допоможник на уроку истории Галины Беляевой. Его автор – сама наставница. Упэўнена, информация наглядная, повышая якость навучання школьников. У додатку, які постоянно обновляется, и материалы по истории, обороне Могилёва и тесты. Усё, каб оптимизовать навучальный процесс и зрабіць его больш продукцыйным. Я постоянно ищу новые методики преподавания и стараюсь таким образом работать, чтобы облегчить жизнь не только моим ученикам, чтобы они на уроке поработали максимально, а дома им было достаточно повторить, но и своим учителям, своим коллегам, педагогам. Треба идти в ногу с часом, лечить наставница. Сучасные программы и интересные проекты должны быть на каждом уроку, и дети ее подтримливают. Галина Николаевна, она как будто бы, если она рассказывает о каких-то исторических событиях, она как будто бы сама там присутствовала, и это все так живо выглядит, что это не может не понравиться. Иногда уроки проводим мы, чтобы легче запомнить материал. Мы объясняем им так, как нам понятнее, и, соответственно, им понятнее. Выкладая Галина Беляева и грамадствознаўства, теперь она разом с вучнями рыхтуется до Олимпиады. За годы працы у яе скарбонцы больше за паўсотні перамог у районных и республиканских олимпиадах, и тры стипендиаты спецфонда президента по падтрымцы таленавітай молоді. А еще шэраг проектов, которые берут за приклад у інших школах республики. Теперь у 34-й школе Могилёва працуют над новым проектом створения виртуальной экскурсии по школьному музею. И до их уже долучилось 13 школ и детячих садков Беларуси. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новини региона.